20 век стал эпохой реактивности. Человечество одновременно восхищалось силой реактивной тяги, которая позволила отправить человека в космос. Боготворила реактивность ядерного реактора, который сделал электроэнергию дешевой. Однако в то же время мировое население до ужаса боялось смертельных реакций ядерных бомб. Но это далеко не все виды реактивности, что явились миру в прошлом веке. В 70-х годах то там, то тут стали появляться идеи о реактивном программировании. Правда, первой реализацией этих идей только в 1997 году стала реактивная библиотека FREN для языка Haskell, разработанная евангелистом функционального программирования Коном Эллиотом. FREN — это аббревиатура от Functional Reactive Animation. Библиотека служила для композиции интерактивных анимаций. Казалось бы, сейчас начнется бум реактивного программирования, однако, как бы не так. Все забыли про реактивность, и бум случился только спустя 12 лет. В 2009 году в компании Microsoft на свет появилась первая RX-библиотека для .NET-платформы. Затем в 2012 был создан первый функционально реактивный язык программирования под названием Elm. Интересно, что его создатель Эван Чаплицкий просто готовил дипломный проект, не ожидая, что в итоге получится язык высокого уровня, который будет стоять у истоков реактивности и обретет всемирную известность. Да уж, тут мне стыдно за свой диплом про исследование свойств воды. Роковым же моментом в истории реактивного программирования стало появление в том же 2012 году библиотеки RxJava. Реактивность Java Community достаточно быстро стала популярной. Вы вряд ли догадаетесь, какой компанией была разработана библиотека. Это была команда разработчиков из Netflix. Так вот, эти отважные мужи через несколько лет собрались вместе с разработчиками из разных популярных IT-компаний и приняли стандарт реактивных потоков. И тут началось. В течение 5 лет идеями реактивности заразились многие языки программирования и все платформы. В 2015 году появились первые наброски RxJS. Что ж, друзья, бум реактивного программирования разворачивается прямо сейчас. Однако вот какая дилемма. Если вы подойдете к Angular-разработчику, который каждый день работает в опасной зоне реактивности, и зададите ему вопрос, что такое реактивное программирование, то каждый первый товарищ вам скажет, ну это там RxJS и какие-то потоки. Звучит странно, неужели реактивное программирование это просто библиотека? Должна же быть какая-то идея, зачем вообще это все нужно? Конечно, легко обвинить разработчиков в необразованности, но проблема в другом. Если вы попробуете задать тот же вопрос глобальной сети, то она вам выдаст десяток статей, и в каждой из них будет свое определение реактивного программирования. Причем в половине из них будет говориться о том, что реактивное программирование — это и есть RX-библиотека. Давайте же попробуем докопаться до истины и найти ответ, что же такое реактивность. Удивительно, что сразу после того, как мной был запланирован выпуск с насущной темой, вышла замечательная статья Дмитрия Карловского о сортах реактивности. Всем советую прочесть ее после просмотра ролика. Сразу предупреждаю, что Дмитрий подрывает некоторые сложившиеся устои, критикуя некоторые популярные технологии, однако при этом выдает много интереснейших мыслей и рассказывает про внутренние устройства реактивного программирования. Так вот, приведу его объяснение, что такое реактивное программирование. Перед вами визуализация классической структуры приложения. Маленькие кружочки — это частички, из которых оно состоит. Какие-то данные, компоненты или модули. Большой круг с именем Джин — это высший разум, властелин. Он управляет состояниями в приложении. Сейчас на рисунке вы видите приложение, которое называют интерактивным. Джин приказывает левому кружку как-то измениться, и он меняется. Кружок изменяет еще какие-то части приложения, и они становятся зелеными, то есть все они получили новое состояние. Но вот все остальные кружки все еще желтые, и чтобы их состояния тоже стали актуальными, то нам нужно будет сделать еще ряд каких-то действий. Накидать обработчиков событий, наладить между ними связи, прокинуть параметры и так далее. В общем-то, обычно мы так приложения и пишем, интерактивными. А вот иллюстрация реактивности. Джин приказывает измениться одному кружку, но теперь вся система связана друг с другом и знает, как нужно обновить приложение при изменении какой-то одной части. И поэтому вся система, все кружки получают актуальное состояние. Между ними происходит магия реакций. Сравнение интерактивности и реактивности хорошо показывает мотивацию инженеров. Нам всем так не хочется прокладывать самим железнодорожные пути, ведь так часто в процессе таких работ происходят ошибки. Ах, если б нам что-то помогло в этом нелегком деле.
Хорошо, мы знаем мотивацию, теперь нужно познать, что это за такая магия реактивности. А вот еще одна иллюстрация, так похожая на реальную жизнь, на нашу офисную жизнь. Есть начальник, он дает задание Васе. Вася делает свою часть работы и передает ее дальше Диме. Дима закрывает оставшуюся часть работ и ура, задача окончена. В принципе, схема рабочая, но Дима и Вася периодически простаивают, ведь Диме нужно дождаться результата работы Васи. Так выглядит интерактивная система в реальном мире. А вот так бы выглядел реактивный мир. Начальник выходит на середину open space и кричит: нужно сделать такую-то задачу, для ее выполнения нужно сделать подзадачи А, Б и С, а потом еще одну, другую задачу. Получается, задачки от босса идут потоком. Теперь Вася и Дима слушают начальника, и каждый из них независимо друг от друга обрабатывают задания и возвращают результат в поток. Вам ничего не напоминает реактивный подход? Да это же конвейер Генри Форда, который повысил производительность труда в 4 раза. Что касается программирования, то реактивность действительно может повысить производительность системы в языках, где есть многопоточность. Если мы говорим про наш любимый однопоточный JavaScript, то тут реактивность скорее влияет именно на организацию кода. Вернемся к примеру реактивного OpenSpace. В нем скрывается несколько важнейших вещей, на которых базируется реактивное программирование. И первый из них – асинхронность. Начальник в офисе создает нечто иное, как асинхронное событие. Ага, значит, реактивное программирование – это работа с асинхронными событиями. Но мы и в обычном интерактивном программировании с ними работаем, через разного рода обработчики. Разница в том, что в реактивном программировании работа с асинхронщиной возведена в абсолют. Вы можете создавать потоки данных не только из событий наведения или кликания мышью. Потоком может быть что угодно: переменные, пользовательский ввод, свойства, кэш, структуры данных и так далее. Например, представьте, что ваша лента новостей в Твиттере – это поток событий. Вы можете слушать этот поток и реагировать на события соответственно. Подождите, а что это за потоки такие? Мы вдруг стали говорить их сейчас, да и в примере с офисами мы упоминали какие-то потоки событий. Итак, друзья, потоки — это действительно основной момент в реактивном программировании. Поток — это просто последовательность событий, которые с какой-то периодичностью случаются в программе. Начертив такую временную ось, легко визуализировать этот незамысловатый процесс. Вроде бы стало чуточку понятнее, но все равно реализация потока в головах разработчиков часто выглядит как какая-то неведомая магия. Реальность же гораздо прозаичнее. В основе идеи реактивности лежит старейший паттерн проектирования — наблюдатель. В так хорошо всем известном Твиттере можно разглядеть этот паттерн. Есть какой-то успешный автор, иначе говоря, это паблишер, тот, кто создает новые сообщения. В терминах реактивности, правда, их называют observable. В Твиттере сидит большое количество людей, которым нравится контент автора, и они жмут на кнопку subscribe, подписываясь на него, становятся сабскрайберами. Или в реактивном мире их называют обзерверами. И теперь observable создает новое событие, размещая на портале свои нюцы. А все обзорверы, которые наблюдают за нашим автором, получают долгожданное уведомление и реагируют на него лайками. Вот на этом паттерне по сути и строится реактивность. А вот теперь, чтобы окончательно разобраться с тем, как устроен мир, возьмем и соединим наше понимание о потоках и паттерн-наблюдатель. Сделаем это на реальном примере. Система оповещения при пожаре – вещь, необходимая в каждом здании. И вот, нам с вами доверили ее реализовать. Нам нужно включать тревогу тогда, когда уровень задымленности и температуры превышают допустимый уровень. Если бы мы писали интерактивный код, то мы бы каждые 5 минут опрашивали бы датчик и проводили бы заветную проверку. В реактивном подходе у нас будут два потока данных. Один поток идет от датчика температуры, когда появляется новое значение на термометре, то оно идет в поток. Точно так же с датчиком дыма, он тоже создает свой поток событий. Возвращаясь к паттерну наблюдатель, термометр и датчик дыма – это два источника данных, паблишеры событий. А вот тревожный колокольчик подписан на эти два потока, он обзервер. Уже хорошо, но чего-то не хватает. Не хватает, собственно, главного – проверок, что спасут тысячи жизней. Нам нужно как-то научиться управлять данными в потоках. Нам бы вообще хотелось соединить два потока в один поток, в котором будут самые последние данные по температуре и дыму. Предположим, для этого существует какое-то волшебное слово «combine». И теперь мы словно по волшебству получили один поток. Затем мы хотим фильтровать поток. Мы хотим, чтобы наш колокольчик не беспокоили почем зря. Нужно, чтобы до него доходили только те данные, которые превышают допустимые значения.
И для этого используем волшебное слово «filter», в котором мы уже размещаем те самые проверки. Отныне колокольчик зазвенит тогда, когда до него дойдут пугающие данные из потока. Вот такая реактивная версия пожарной системы у нас получилась. Но мы можем сделать еще одну маленькую оптимизацию. Смотрите, датчик дыма может показывать одно и то же значение при каждом новом измерении. Как вот тут, дважды получается значение 10. Зачем нам продолжать работать с этим значением дальше? То есть объединять потоки и выполнять фильтрацию, если мы уже это делали? Для этого поработаем отдельно с потоком дыма. Применим волшебное слово Distinct Until Changed, которое пропустит повторяющееся значение, и наш поток будет оптимизирован. Хорошо, мы поняли уже всю логику потоков, реактивности и наблюдений, но все еще работает с помощью какой-то магии. Как же реализовать эти потоки, откуда взять волшебные слова типа Combine и Filter, и что это вообще такое? Приоткроем завесу тайны. За всю магию несет ответственность реактивная библиотека. Библиотек развелось великое множество. Они делятся на два лагеря – объектно-реактивные и функционально-реактивные. Для многих знатоков реактивности факт существования объектной реактивности станет сюрпризом. Все же гегемоном рынка сейчас является RxJS, представитель функционального стиля. Но нет, реактивность можно писать по-разному. И вот библиотека позволяет создавать потоки данных разнообразными способами, подписываться на них и ждать событий. Но самое главное, что это за волшебные слова, которые позволяют нам управлять потоками. Если вы вспомните Васю, Диму из реактивного офиса, то эти ребята делают то же самое по сути. Это и есть волшебные слова. Они операторы. Операторы позволяют каким-то образом трансформировать потоки данных, меняя данные и создавая новые потоки. Именно их должен знать тот, кто хочет повелевать потоками. По крайней мере, в RxJS операторов просто безмерное количество. Так, кажется, мы дозрели до того, чтобы наконец-то реализовать пожарную систему в коде. Начнем с создания констант экстремальных значений для температуры и дыма, а также сделаем функцию предикат, которая пригодится нам для определения того, нужно ли врубать тревогу. Затем создаем потоки. Начнем с температуры. Оператор from создаст нам поток значений из массива чисел. Условно это будет поток значений температур. В реальном коде тут было бы асинхронное обращение к какому-то датчику. Метод pipe необходим для композиции операторов. В него мы будем передавать функции для управления потоками. Pipe очень похож на технику compose из функционального программирования, только принимает функции в противоположном порядке. В pipe мы используем оператор concatMap, который получает значение температуры и создает на основе него новый observable, и в его pipe откладываем dispatch значение на одну секунду оператором delay. Я понимаю, что конкретно эта строка кода сложна для понимания, особенно если вы в первый раз столкнулись с RxJS, поэтому не переживайте, если ее не понимаете. Тут просто создается таймер, чтобы каждое значение массива отставало друг от друга на одну секунду в потоке. Нам это нужно для симуляции работы датчика. Ну а теперь используем Distinct Until Changed, чтобы пропустить дублирующие значения в потоке. Как тут мы пропускаем 20 градусов Цельсия. Обратите внимание, что Observable переменная в названии имеет на конце значок доллара. Это общепринятое обозначение для Observable. Что ж, поток температуры готов. Теперь сделаем точно такой же поток для датчика дыма. Тут, разумеется, другие значения, и задержка в потоке будет не одна секунда, а полторы. Оба потока готовы. Нужно теперь как-то их скомбинировать. Для нашей задачи отлично подходит оператор CombineLatest. Оператор принимает потоки и схлопывает их в один. Причем в этот поток он будет возвращать массив с самыми последними значениями из обоих потоков. Именно то, что нам нужно. Теперь у нас есть необходимый поток из значений температуры и дыма. Мы можем отфильтровать только нужное нам значение, а именно тот момент, когда пахнет жареным. Для этого используем оператор filter. В нем мы с помощью деструкции вытащим значение температуры и дыма, а затем передадим их функцию предикат, чтобы она определила, когда значение выше нормы. Вот теперь через сито потока пройдут только экстремальные значения. Значит, мы можем взять наш новый Observable Fire Danger и подписаться на него. Помните паттерн наблюдатель? Мы можем сделать подписку на Observable, и когда будет задиспатчено событие, то раздастся оглушительный гул сирены. Все спасены. Также мы можем отписаться методом unsubscribe подписки, например, при наступлении какого-то условия.
Вот и готова реактивная реализация пожарной системы. Друзья, если вы чего-то не поняли, не переживайте. Этот пример был необходим для того, чтобы показать, как вообще пишется код в реактивном стиле. Судите сами, насколько лаконичен получился код или нет. Только представьте, сколько строчек кода нам пришлось бы написать в интерактивном стиле, чтобы сделать что-то похожее. Вот ты рассказал, как реактивщина чудесна и прекрасна, но есть ли минусы? Что-то подозрительно, не верится, что все так идеально. На этот вопрос довольно сложно ответить, ибо литературу с критикой найти проблемно. Поэтому я задал такой вопрос разработчикам, которые с реактивностью работают на своих проектах. И удалось выявить пару моментов. Иногда из-за функционально-реактивного стиля страдает читабельность проекта. Операторов для управления потоками очень много, и временами их комбинация приводит к тому, что фиг поймешь, что хотел сказать автор. Приходится сидеть и часами разбираться в перипетиях потоков. И второй момент. Реактивные потоки не всегда легко дебажить. Действительно, такая проблема существует, особенно когда написана какая-то сложная логика, как в предыдущем примере. Есть еще одно предположение, что реактивность бьет по производительности и создает опасность утечки памяти, в случае, если не отписаться от потоков, например. Но это, на мой взгляд, очень спорно, потому что сильно зависит от разработчика. В интерактивном стиле тоже можно написать код так, что он похоронит оптимизацию приложения. Что ж, надеюсь, сей рассказ помог вам разобраться с тем, что такое реактивное программирование. Вы можете по-разному к нему относиться, но тем не менее, учитывая бум реактивности практически во всех языках программирования, знать, что это такое, полезно каждому. Залетайте в один из самых крутых телеграм-каналов фронтенд-разработки Frontenders Notes. Ребята тщательно готовят материал, публикуют только самое качественное и интересное. Ищите ссылку в описании. А я с вами на этом прощаюсь. Всем пока!